Всем здорово, народ! Итак, пришел у нас комплектик света на трофеечку. На самом деле пришел он еще довольно давно, в начале лета, но снимаем мы почему-то в конце... Нет, послушай, только начало октября, в начале... Вот видео выйдет в конце! Да-да-да, а видео выйдет в конце. Видео выйдет в конце, я думаю. С такими-то подходами, блин. Итак, приступим мы к распаковочке нашего товара. Заказывали это добро со вселюбимого сайта AliExpress. Дошла посылочка всего за 18 дней, друзья. Как всегда, ссылка на товар в описании. Комплект включает в себя два Y-образных кабеля. Так. Вот этот разъемчик идет в разрез кабеля двигателя, либо сервопривода. А вот этот вставляется в блок управления света. Так, вставляем его. Так, опа, отлично. Отлично. А третий разъемчик у нас идет непосредственно в сам приемник. Вытаскиваем это дело и давайте посмотрим, что у нас дальше-то. А дальше у нас такая... Блин, штучка интересная. Идем дальше. И, наконец, сами диоды. Так, а тут у нас красный диод. Ага, 5 мм в диаметре. Под стоп-сигналы. Погнали дальше. Погнали. Так. Оранжевенькие, да? Это вот у нас на поворотничке как раз. Оранжевые у нас на поворотничке. 3 мм в диаметре. Белые диоды. 3 миллиметра, да, также. И что у нас тут? Белые диоды диаметром 5 миллиметров. Угу. И последний у нас аналогичный, тоже белый диод 5 миллиметров в диаметре. И как говорят в магазине, и это еще не все. А у нас, помимо этого, в комплекте еще аксессуары идут. Вот это да. Аксессуары, тут всякие стяжечки, крепления. Ладно, это все посмотрим попозже, распакуем. Вы увидите уже готовое, конечно, все. Так, и инструкция. Инструкция у нас тут различные схемки. Рисуночки какие-то. Пока ничего не понятно. Но будем разбираться. Вот тут схемы подключения. А на этом, ребят, распаковочка наша закончилась. Далее вы увидите уже собранную шаську с готовым комплектом света. Да, погнали. Итак, ребятки, давайте включим нашу трофеечку, и я все покажу это в действии. Так, вот у нас кулер наш зашумел. Включаем нашу аппаратурку. Так, мой ассистент Ренат Галимзянович, прошу аппаратурку. Но так, чтобы GoPro-ха видела. Ты, Саня, тут же экранчик есть. Да? Давай мы покажем рабочие поворотнички. Так. Надеюсь, видно, да? Да, видно. Видно? Теперь смотри. Жми вперед, газ и резко тормоз. Загорелись? Да. Стоп-сигналы. Да. Все, отлично. Теперь давай задний ход. Не едет. Все? Показывай. Задние ходовые огни загорелись. Белые диоды. Причем обратите внимание, включай опять задний ход. Задний, да, у тебя? Горят также светодиоды на самом бампере. Вот, ночью выглядит просто потрясно, ребят. Отвечаю. Thank you.
осталось нам заснять видео с покатушечкой. Думаю, вам будет интересно. Приятного просмотра. Давай. Ну что ж, ребят, вот такое вот видео с покатушкой получилось. Хотели, кстати, для вас заснять еще ночью, но камера не сможет передать то, что мы увидели воочию. Ну так вот я уже стихами пишу. Спасибо за просмотр. Давайте, пока, до новых встреч. Блин, и без хлопка. Хлопок, давай, хлопок. Снимаешь? Давай, давай еще раз, давай. Ребят, пока.